В российской «Фабрике звезд» могли участвовать не только граждане нашей страны, но и представители стран СНГ. Наталья Подольская приехала в Москву из Беларуси учиться в Институте современного искусства на отделении вокала. Наталья прошла отбор в 4-й сезон проекта, но передумала участвовать, так как разрывалась из-за учебы между двумя странами, просто не было времени и сил. Но после удачного кастинга в 5-м сезоне Наталья Подольская не смогла отказаться от возможности поучиться у самой Примадонны. В этом городе света больше нет, одиночество так быстро для меня. Простить так хочу, но я устала.